Друзья мои, всем привет! Привет! Мы с вами не виделись с прошлого года. Добро пожаловать! Всем приятного просмотра, приятного аппетита. Меня зовут Яна, кто не знает. Наконец-то Яна добралась до того, чтобы снять мукбанг. Поздравляю всех с наступившим новым 2023 годом. Желаю всем здоровья, здоровья, здоровья. Также сегодня Рождество. Поздравляю всех с этим чудесным праздником, с Рождеством. Я всех люблю, я по всем соскучилась, но лень тюлень не давала мне снимать видосы. Я сегодня еще в своем таком новогоднем атрибуте, в этой красной шапочке. Всем, кто собирается есть кушать, приятного аппетита. Давайте это делать вместе в новогодней кофточке. Ну и потом уже все, наверное. Я думаю, на этом праздники заканчиваются. В общем, как вы отметили, пишите. У меня сегодня салат с крабовыми палочками, пол курицы. Ну, я маленькие ролики выкладывала и на Дзен, и на YouTube. Ну, уже половины курицы нет на самом деле. Вот, и картошечка. Но это уже все вчера было, а сегодня я это доедаю. Ну, вчера я не ела, я вчера только салат поела. Честно, Новый год мы встретили классно, дома. Потом ходили на улицу, стреляли. Ева там подружек встретила. В общем, все было классно, хорошо. Потом гости, потом я в гостях. Ну, мы в гостях. Потом я 2 дня вообще ничего есть не хотела. Вот правда. Вот 4-е, 5-е. Даже вчера вот только салат поела. И все, я так обожралась этим всем на самом деле. Так ждешь, так эти столы готовишь. А потом оно везде все поперек одного места. Ну, такие дела. Вот это я ем с удовольствием. Потому что я сама не готовила салат с крабовыми палочками. И нигде ни у кого я не ела его. Поэтому у всех селедка под шубой, оливье, мимоза. Нет, был салат с крабовыми палочками, но он был с рисом. А у меня капуста и огурец. Вот такие дела. Сорвались мне морта. Такая красота. Под цвет моей шляпы, под цвет моей кофты. Блин, так, честно говоря, тяжело было настроиться на то, чтобы начать снять мукбанг. Чтобы начать снимать мукбанги. Я вам... Так, у меня здесь 2000 соус есть, подождите. Свечка. У меня здесь хреновина мамина. Чуть-чуть майонеза. И кетчуп цацибели. Я думаю, это будет вкусно. Туда я хочу макать курицу. Куда построить-то? Вот, ну что ж, с чего начать? С крыла, что ли? Не знаю даже. Даже не знаю, с чего начать. Или с ноги. Ой, как горячо. Опять запекала я свою курочку в... У меня оставался вот этот вот, помните? Вот рябы. Золотистая курочка. Укропчик. Вот надо зелень есть, короче, после Нового года. Вообще. Я так объелась этим всем. Чеснок свежий. Чеснок сухой. Перчик. Этот черный. Соль. И вот этот вот майонез для запекания. Все. Я теперь только так запекаю. Сейчас чуть-чуть салатика. Вообще есть вообще неохота. В общем, давайте как-нибудь это крыло. Не могу я его отсоединить. Короче, ладно, вот так. Немножко подгорело. Праздники эти, конечно, я уже, честно, жду, когда они закончатся. Это просто такое тюленье время, когда ты ничего не делаешь. Ничего. Просто тебе неохота делать ничего. Встаешь, ешь, лежишь, смотришь что-нибудь, идешь куда-то, гуляешь, приходишь. Ну, короче, не у всех, наверное, так. Ну,
тоже мы ездили в гости, да, там в другой город. Но это не считается. Я вот про эти два дня говорю, как тюлень, который я уже дома нахожусь. Ну, я не снимала, что снимать? Все такие же, как я, наверное. Я имею в виду тоже. Все по гостям, все тудым-сюдым, как дым. У нас морозы пришли. Хрящик. Вкусненько. Сейчас минус 18 ощущается. Я не буду телефон брать, у меня руки жирные. Я вам так расскажу. Прогноз погоды от Яны. Минус 18 ощущается как минус 24. Но у нас на улице ветер сильный. Там вообще жестко. Прям метет. Угу. Смотрю фильм какой-то. По СТС. Как стать принцессой. Чуть каждый день одно и то же. Его, по-моему, вчера показывали. Вот я говорю, ждешь Новый год, ждешь. И уже 7 число. Все пролетело, ждем лета, худеем к лету. Ну. Сходили на Чебурашку. Кому понравился? Я люблю такое. Я люблю такое. Особенно вот праздничные дни. Мне понравилось. Честно говоря, уже объелась. Я говорю, уже ничего не охота. Уже, вы знаете, чего я хочу? Я хочу макароны с сосисками. Вот реально, я хочу макароны с сосисками. Я так по ним соскучилась. Надо обязательно снять такой мукбанг. Тут грудка, белое мясо, но, честно говоря, я не очень люблю белое мясо. Нет, я люблю, но не настолько. Короче, я разучилась снимать мукбанги. У меня вообще была мысль, что я больше снимать не буду, мне неохота. Знаете, вот эти вот люди, которые даже в празднике пытаются тебя как-то задеть, оскорбить. Иногда кажется, зачем? Зачем я это снимаю? Я знаю, что большинство людей у меня нормальные, адекватные люди. Ну, честно, даже говорить про них не хочется, про таких людей. Вы понимаете, что вы отражение себя, вот то, что вы говорите мне, это вы на самом деле. У вас что, нет своей какой-то личной жизни? Почему вы меня обсираете? Неужели у вас все так плохо? Нормальные, адекватные люди никогда не будут никого обсирать. Не хочу. Просто даже в праздники люди не могут радоваться, они вот это свое выливают, пусть даже на меня. Но это же то, что вы выливаете на меня, это ваше. Это не я такая, это вы такие. Я уже 100 раз вот это хорошее выражение говорила. У кого-то на канале видела. Каждый видит в другом то, что он есть на самом деле. Вот и все, вот и все.
как говорит Женя. Да, объелась. Я не хочу есть. Я не хочу так много есть уже. Я просто не могу. Это издевательство. Кто сколько набрал за праздничные дни? Ой, как вкусно. Вот салат прям, я не знаю, я с удовольствием ел. А вот это вот все куры, вот это вот все тяжелое, я уже не могу. Все. Я хочу макароны с сосисками. Так что ждите. Как тяжело начинать снимать. После недельного перерыва. Да, я неделю не снимала, представляете? Неделю. Ну, я думаю, вам не до меня было. Поэтому... Как-то так. На этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда у меня выходит новое видео. Кому не понравилось, дизлайки. Ой, буду скучать по шляпке. А может быть, иногда я буду снимать видео в этой шляпке, да? Прикольная же она, мне нравится. Пока елка стоит, можно и в шляпке снимать. Вот. Всем приятного аппетита, приятного просмотра. Еще раз всех поздравляю с Рождеством. Я всех люблю. Всем счастья, здоровья и всего самого-самого наилучшего. До новых встреч. Я буду готовить для вас новые мукбанги.